Друзья, всем привет! Я создал канал на английском языке, постараюсь протестирую вот эту нишу. Сейчас уже просто нельзя заработать в Ютубе русскоговорящий, к сожалению, поэтому проходите, если кого-то интересно, поржать, просто можем поржать на английском языком. Если вы хотите убедиться, то, что ваш английский язык намного лучше, чем у меня, заходите, смотрите и так далее. Ну и плюс хочу действительно проверить, действительно ли можно ли, как набрать, и так, можно ли там набрать. Пока за 3 дня там 5 просмотров у меня, и один подписчик это я сам. Некоторые просмотры я делал там всего 10 просмотров, но скорее всего 6 или 5 это мои просто просмотры. Поэтому настоящее это мне кажется уже круто, даже 5 просто так пришедших ни ниоткуда просмотров. Причем это достаточно интересно. Друзья, так что, пожалуйста, проходите по ссылочке, если кого заинтересовало, плюс посмотрим. А сами создавайте англоязычный канал, потому что только сейчас, благодаря ему, можно, скорее всего, в Ютубе заработать. В противном случае вообще жесть. Что хочется еще сказать, это то, что я посмотрел аудиторию в Ютубе, там 500 миллиардов, только 240 миллионов населения в США, и вроде как бы все они, ну в среднем кто-то не имеет, кто-то имеет по несколько каналов, а у всех есть аккаунты в Ютубе, они все смотрят Ютуб, все потенциальные зрители, ну и плюс вообще по всему миру это где-то полмиллиарда или сколько там, полмиллиарда зрителя почитал такую статью, но я не запомнил, это англоговорящих, либо забыл, либо просто в целом всех. Скорее всего, всех, но я так понимаю, что большая часть это англоговорящих. Друзья, что еще можно сказать? Я не знаю, друзья, что еще сказать. Как-то, так что проходите, смотрите, если вас заинтересовало, подписывайтесь. Значит, all links in description below. Все ссылки в описании. Друзья, я не знаю еще, что сказать, что добавить. Так что, бай-бай, увидимся на моем канале. Пока.